Ассаляму алейкум ва-рахматуллах. Сегодня у нас на обзоре Mitsubishi Lancer 9. Приехал автомобиль с многочисленными проблемами. Замена блока ABS предстоит, так как отказывает педаль полностью, там необходимо его по-любому поменять. Замена шлейфа подрулевого, так как горит СРС. Сейчас мы делаем чип-тюнинг под нормы токсичности Евро 2 плюс тюн, дабы обезопасить себя. Мы всегда считываем программное обеспечение, если это возможно. Сейчас у нас идет считывание заводской прошивки. Далее будет калибровка под нормы токсичности Евро 2. И, соответственно, заливка обратно. Далее запуск и проверка. Перед считыванием хочу сделать небольшой обзор. Вот обнова у меня на момент перепрограммирования автомобиля подключается всегда, чтобы не было просадки напряжения. Инверторное зарядно-пусковое устройство, пусковой ток 300 ампер у нас идет, 12-24 вольта заезжает, возможность выбора режимов, всевозможные режимы перегревов и прочее. Шумит, единственное, он немного, просто классный прибор, я вам всем советую, кабели достаточно толстые, думаю, тот, кто будет пользоваться, заценит по достоинству, щипцы очень крепкие, мощные, на Озоне, если не ошибаюсь, стоит такой аппарат со скидками там порядка 11-13 тысяч рублей, я как-то видел, ну я-то немного дороже взял, как-то так. Итак, вернемся у нас к автомобилю. Опа, и тут у нас возникла проблема, завершено с ошибкой. Так, попробуем считать еще раз. Я не думаю, что в этом будет проблема. На Lancer 9 не должна быть проблема при считывании. Так, 12-ю ногу выберем. Ждем. Ошибка уходила по причине того, что был неправильно выбран модуль, а если вернее, точнее сказать, размер программы. 512 килобайт. Зажигание выключено, так что мы можем нажимать ОК. Выжимаем у нас... Так. На рабочий стол. Сохраним пока на рабочий стол программу. Сохранил. Так, и смотрим на ее вес. Так, вот у нас получается еще раз. Смотрим. Угу. Так. И вес. Исходя из ее веса, мы уже можем понять, что мы вычитали и как. Так, взвешиваем. Все отлично. Так, далее идем калибровать. Сейчас у нас идет вход в режим программирования. Посмотрим. Апа, все. А почему так? Пойдем посмотрим, зажигание у нас включено или нет. Так. А зажигание у нас включено. Вот. Так, не уложили спать, интересно, автомобиль? Пока повезло. Автомобиль еще заводится. Так, что в этот раз ей не понравилось? Так, а я помнил, что не понравилось, если не ошибаюсь. Это хорошо, что я еще не уложил спать. Бывает такое, но ничего. Продолжим, начнем запись. Вот здесь выберем AUX 512 килобайт. Вот, контроль суммы не используется. Продолжить, да. Теперь ждем еще раз. Все. Понеслась. Так, ждем. Все, отлично. У нас уже начало пошло. Идет запись. Ждем окончания записи. Итак, у нас все закончено. Автомобиль просит, система, вернее, просит выключить зажигание. Я уже путаюсь, под конец дня устал. Какой по счету автомобиль уже сбился. Зажигание предварительно выключим. Подождем некоторое время. Включаем. Если заведется, все отлично. Не заводится. Попытка номер два. Продолжаем. Не заводится. Попытка номер два. Потом объясню, что было. Если автомобиль, конечно же, заведется. Так, вставляем. Автомобиль завелся. Все, у нас ничего не горит. Check engine погас. Автомобиль готов, можно отпускать.
Итак, в чем была проблема? Проблема была в том, что на автомобиле изначально был отключен иммобилайзер. Мы, соответственно, понимая, что нам не приехал автомобиль отключать иммобилайзер, прописали сюда Евро 2 тюнинг и записали, да? Ну, машина не завелась. Это я момент не понял. Вначале залили обратно то, что считали заводской, автомобиль завелся. Теперь поняли. Отключил также иммобилайзер, залили, и сейчас автомобиль работает. Так что, если кому что нужно, перепрошиться и прочее, приезжайте, сделаем. Ставим лайки, подписываемся. Всем удачи!